Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Нек продолжает свое приключение и бежит по паровой дороге. Не знаю, как эта глава называется, паровая дорога. Эй! Так, с ним хорошо расправились, давай дальше идем. Янтаря много дают, наверное, сейчас будем биться. Но супер не восстановился. Супер удар. Ох ты, он еще и с арбалетом. Их еще и двое. Попал, что ли, по мне? Ах ты какой, а. Я нашел секретную комнату. Ура, много янтаря. Все, отлично, идем дальше. Может, подрастет? Нет, Нек давно уже не подрастает у нас. Все, маленький до сих пор. Ой-ой-ой-ой, тихо. А, здесь надо отпрыгнуть. Ну, достань до него уже, ну что ты? Неужели так до него не достать просто, а? Ну, бей его, пожалуйста, вот так. Все, у него там отвалилось все. Ладно, восстановились, идем. Дерево. Че, я теперь деревяшкой стану? Офигеть! Я научился дерево использовать. Так давай руби дерево. Становись огромным. Нам бы на лесопилку на какую-нибудь попасть. Хотя и тут достаточно дерева. Ах ты, посмотри на них, а. Увернулся я от тебя, понял? Так мне нравится, когда он здоровый становится. Ой, сколько дерева. Все, сейчас я вообще вырасту. Сейчас самым большим стану. О, секреточка. Это хорошо. Выходим. Может, здесь еще есть? Нету больше. Так, давай наверх. Ему и прыгать-то легче, когда он здоровый такой. Здорово, чувачки. Так, ты в тот раз очень такой для меня проблематичный был. В этот раз я тебя просто вынес с одного удара. Ой, этот далеко бьет. Ну давай. Поиграемся в деревяшку. Поиграемся в деревяшку. Ну-ка. А, секретка, нет? Очень похоже. Сундуков давно не было. Надо прям сундуков побольше. Арбалетчики. Арбалет свой положи. Положи свой арбалет. Я горю, ребята. Подпалил он меня. Отходи, сейчас сгорим. А, подожди, так это я подпалил. Или что, я не пойму, почему я подпалился и горю. У меня сейчас деревяхи горят. Я уменьшаюсь. Но зато... Зато, наверное, я могу огнем воспользоваться и как-то этих поджечь чуваков. Хотя они и так падают хорошо. Деревяха горит, надо еще больше дерева, быстрее. Больше дерева. Да тихо, хорош. И так все уже сгорело почти. Открывай. Дайте дерево, ребята. А все, и что-то дерево перестали давать. Я еще подпалился больше, что ли? Вообще не надо к этим каминам подходить. На. Ну ладно, я успею все сделать, ребята. Где янтарь? Вот здесь был. Сейчас.
Сейчас, сейчас, все получится. Да хорош вы меня, уже сожгли всего. Здесь что, секретка? Сейчас сгорит она, да? Хорошо, проход открылся. Вот он, сундучок. Поэтому оно надо было, чтобы я горел, иначе я не смог бы открыть, оно так не ломалось. Деталь счетчика комбо. Это уже третья, кстати. Хорошо, надо пособирать. Бежим, бежим. Мне бы еще бы опять деревяшкой стать такой. Дайте еще дерево, ребята. Дайте дерево побольше. Так, осторожно. На. Вот и все. А, вот я к камину подхожу, становлюсь деревяшкой горячей. Ну, пойдем. Эй, далеко не уходи от меня, ребяточки. Стой, а что это такой здоровый-то? На. Смолой стреляет, смола горит. Суперудар насобирали, в принципе, можно как-нибудь использовать. Секреток нет? Секретка! Еще янтаря. Че, на этих? На этих что ли использовать? Ну-ка давай, ладно. Да куда ты стрельнул-то, ё-моё? Две этих суперудара, два суперудара использовал. Плохо. Вон, здесь дверь заложенная камнями. Ну-ка откроем. Так, наверх. Да хорош, а, вот здесь бы супер пригодился, конечно. Ну ладно, я и так справлюсь. Только-только не стреляй. Отлично. Ладно, хоть янтаря много дают. Он мне как раз нужен, чтобы с ними бороться суперударами. Есть ли тут еще где-то янтарь? А, вот и жизни подкатили. Давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Дерево. Давай, деревяшечка. Так, ну здесь надо будет подпалить себя. Подпалить, подойдем к камину. Давай. О, здоровый стал. Всех этих раскидаем, ребят. Поджечь уголь. Поджечь уголь. Пока горит, все хорошо. Дрова подпитались дровами. Еще к камину подойду сейчас. Ну это на изи. Он просто здоровый становится и все. Мне никто не помеха. Вот такой не помеха. Так, здесь по-любому секретка где-то есть. Опачки. Смолой стреляет. А смолу как-то можем поджечь, нет? Вот уголь надо поджечь, это точно. Так, давай, 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 прыгай. Успели. Янтарь тоже хорошо, собираем. Когда уже дока найдем, мы что-то все бродим и бродим. Где они? Так, это что за колесо? Как здесь крутануть? Лифт? Наверное, не надо. Ну, идем дальше тогда. Подожди, я там еще не все проходил. А как обратно вернуться теперь?
Зачем меня сюда спустили? Я же ничего там не все прошел. Верните меня обратно. Ну ладно, фиг с ним. Лишь бы там сундуков бы не было. Вот что плохо, если я пропустил что-то. А так-то ладно. Да как так? Ну-ка, может, мне сначала... Нет, отсюда начали. Давай, деревяха. А, я же не деревяхой был до этого. Я почему-то просто обычным пошел. Ну, давай. Подходи. С одного удара. Кто следующий? Надо быстрее бежать, пока я не сгорел. На! Есть кто? Кто еще хочет со мной поквитаться? Давай быстрее до того робота. Бамс. И тебе тоже достанется, понял? Так, я почти сгорел. Уголь быстрее поджигаем. Что-то заработало. А, вот механизм заработал. Лифт сейчас поедет. Но не поедет, потому что одна шестерня только закрутилась. Надо еще крутануть где-то. А, ну все. Значит, я туда не зря спустился. Получается, походить-то куда надо? Ну, давай сюда зайдем, наверх. Здесь три направления, получается. Идем. Так, мне нравится, когда он здоровый такой. Уголь. Давай, наверх. Сюда, все выше и выше куда-то ползем. Не слишком ли высоко я забрался, чтобы уголь поджечь? Ну, заработало, допустим. А, тут три шестерни, еще одна наверху там. Ну все, значит, как раз идем вон туда. И запустим третью шестереночку. Но перед этим станем большой деревяхой. И разберемся со всеми ненужными нам роботами. Так, я уменьшился что-то сильно. Ну-ка, подожди-ка. Так нечестно. Не трогай меня. Что-то я маленький становлюсь. Стой. Мне еще там бороться, смотри, с каким большим шкафом. Не прошел, не прошел. Так, ну давай еще раз. Надо аккуратно, просто меня смолой он попал. А никого нету. Сразу на этого идем. Все, поджигаем уголь. Заработало. Я думаю, нам надо наверх, там будет док, скорее всего, уже. Все, надо спасать его конкретно. Янтарь. Крыши и парапеты. Ну, ребята, это будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И поставьте колокольчик, ребята, чтобы не пропускать уведомления. Всем удачи, всем пока!